Прихожу я в наше гнездышко. А там... Нет, нет! Вот не так все было! Вот сижу я, в общем, курсовую проверяю. А тут стук в дверь. Да это же знание. Ага. Нет, не так все было. Вызывает меня в очередной раз Дмитрий Васильевич с курсовой. А я же студентка-отличница. Ну, я пришла. Я вам еще раз говорю, обокрали ваших соседей. Вы что-нибудь видели подозрительное?